Магазин БТСК в Санкт-Петербург представляет вашему вниманию маска Скорпена Т малообъемная. Страна-разработчик Россия, страна-производитель не указана, фирма Скорпена. Данная маска подойдет абсолютно для любого вида погружений, то есть дайвинг, фридайвинг, подводная охота, снорклинг. Но прежде всего рекомендую обратить на нее внимание именно подводным охотникам и фридайверам, которые ныряют достаточно глубоко. Потому что эта масочка беспрецедентно маленькая, легкая и имеет очень маленькое подмасочное пространство. То есть почти как очки, только с носом закрытым, для того, чтобы можно было продуться. Также как свидетельство того, что она для подводных охотников, является то, что у нее матовый силикон, который не бликует. Поставляется она в трех цветах, зеленая, коричневая и черная. Стекла закаленные, темпред. Залиты они в силикон полностью, безрамная она. Силикон гипоаллергенный, очень мягкий тактильно. И садится она очень хорошо, но во всяком случае мне. Пряжки классические, двухзажимные, легко регулируются. Комфортно очень, прикреплены эластично. Это хорошо, на мой взгляд, но по практике гораздо дольше прослужит, сложнее сломать. Ну и отрегулировать по голове тоже очень удобно. Имеется внутри внутренний второй кант, который снимает нагрузку с поверхности кожи лица. Это тоже хорошо. Хочу ее попробовать, еще не пробовал. Очень она мне нравится. То есть нереально такая масочка. Но это опять же каждому индивидуально, но лично мне очень нравится. Ремень силиконовый, достаточно широкий. Хорошо фиксируется на голове. Такой вот логотипчик скорпеновский, новенький. К внешнему виду никаких претензий нет, все выполнено и просто идеально. На мой взгляд, предельно качественно. Поставляется вот в таких вот пластмассовых боксах, для того, чтобы ее не сломать во время транспортировки. Ну, в общем, заходите на наш сайт batiscaf.ru, либо приходите к нам в магазин на Морской набережной 33 в Санкт-Петербурге. До свидания.